Привет, меня зовут Стэн Джаст, и я арт-продюсер в CD Projekt Red и работаю над Witcher 3 Wild Hunt. Для тех, кто не знаком с произведениями Сапковского, расскажи, что такое дикая охота и как она соотносится с реальной мифологией. Дикая охота – явление, порожденное призрачными существами, охотящимися по всему континенту. Она много раз упоминалась в оригинальных книгах. Также она играла свою роль в предыдущих играх серии. Сколько времени понадобится на полное прохождение нового Ведьмака? Тяжело сказать, поскольку игра очень большая, массивная. Учитывая, что это open world, вы можете поучаствовать во множестве квестов. Не обязательно главных, это могут быть и второстепенные, незначительные задания. К примеру, сражения с боссами, охота на монстров, скачки, мореплавание. Действительно много разнообразных занятий, которые не пересекаются с основной сюжетной линией. Случайные встречи, которые будут постоянно происходить в этом живом мире. Но если брать что-то усредненное, то это около 100 часов. Релиз игры будет в феврале? Да, 24 февраля. Уверены ли вы, что все игры серии будут равны? Ну, я надеюсь на это. Ведь те надежды и силы, которые мы вкладываем в нее, невероятны. Мы используем весь опыт, собранный за годы разработки хороших RPG из этой серии. Мы знаем это, поскольку написали огромное количество квестов и продолжаем это дело. Мы уверены в их качестве. Просто нужно как следует отшлифовать результат. Главное доказательство этому — весь фидбэк, который мы получаем годами. На каждой выставке мы показываем геймплей игрокам, и те видят, что это по-настоящему стоящая игра. Почему вы перенесли дату выпуска? Что вы можете сказать фанатам, которые из-за этого расстроились? Я понимаю, что все хотят сыграть в нее как можно скорее, и могу заверить, что мы делаем все, чтобы закончить поскорее. Но у нас в студии есть четкое понимание того, что есть разница между законченной игрой и готовой игрой. Поэтому, чтобы соответствовать действительно хорошему качеству и представить вам наилучший опыт в Open World RPG, нам нужно дополнительное время. С какой наиболее сложной проблемой вы столкнулись при создании The Witcher 3? Я бы сказал, что наполнение мира интенсивным геймплеем. Это очень трудоемкая работа, поскольку мир третьего Ведьмака в 35 раз больше, чем во втором. А там он был и так большой. Даже сейчас, когда у нас есть сотни квестов и механик, нам пришлось посвятить наши внутренние команды наполнению мира. Чтобы это было не просто 100 часов какого-то прохождения, а 100 часов интенсивного опыта. Аудитории нравятся ваши красивые трейлеры. А кто их создает? Вы или какая-то сторонняя компания? Нет, я бы сказал, что практически все наши трейлеры на самом деле наши. Созданы командой профессиональных кинематографических художников. Но они, знаете, они как бы созданы общими усилиями всей нашей команды. Потому что это действительно цепляющие и важные вещи для нас. Показать то, как игра будет выглядеть, пока та все еще находится в разработке. Мы действительно прилагаем очень много усилий к созданию этих трейлеров, чтобы показать вам, как игра чувствуется. А чувствуется она отличной. Нравится ли вам работать над играми в Польше? Помогает ли вам правительство? В местном комьюнити вас, наверное, считают героями. У нас действительно много профессионалов здесь, в Польше. В программировании, моделировании, да в любом направлении. Поляки действительно трудолюбивы. Они организованы, и они полностью отдают себя своей работе. Довольно часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда, к примеру, нам требуется дополнительное время на создание какой-нибудь фишки или модели.
И мы видим, что ответственный человек задерживается на работе дополнительное время, чтобы сделать все как надо. Подобные ситуации очень мотивируют нашу команду. Они дают нам чувство, что наша игра — это не просто проект, который нужно продать и забыть о нем, а часть нас самих. Я горд за это. Ну и еще эти истории с подарком для разных президентов. Да, не только для нас, но и других людей из Польши. Мы выступаем примером. Это очень важно для нас, это вдохновляет, поскольку во многом это результат тяжелой работы и любви к тому, что мы делаем. Когда игра выйдет, как отпразднуете? Да, много вечеринок, поедем на Гавайи или что-то подобное. Нет, я не знаю на самом деле. Это еще не скоро. Сначала мы должны закончить то, что начали, и закончить это хорошо. Будет ли больше голых женщин? Конечно. Ведь секс — это часть взрослой жизни, и мы постоянно показывали это в наших играх. Как и другие брутальные элементы. Как, например, расчленение. Все это делает игру яркой и делает так, что в происходящее легко поверить. Окей, российские игроки, будьте готовы к The Witcher 3 Wild Hunt.